Тысячи людей продолжают приходить к стихийному мемориалу возле Крокус-Сити-Холла, чтобы почтить память погибших в результате теракта. А многие не могут сдержать слез и эмоции, психологическую поддержку и медицинскую помощь на месте оказывают волонтеры Красного Креста. С первых часов после трагедии там развернули мобильные пункты, в которые уже обратились более 260 человек. Здесь работают психологи профессиональные, которые занимаются работой с горем, с шоковыми состояниями, с истериками, в том числе, если они возникают. Здесь работают специалисты по первой помощи, в том числе врачи и парамедики. Здесь работают врачи социальной сферы, которые помогают социальной навигации по сервисам, которые сейчас предоставляет правительство Москвы и Подмосковья, которые направлены на поддержку пострадавших и всех, кто сочувствует и чувствует горе сейчас. А накануне в течение всего дня у стихийного мемориала священники Одинцовской епархии совершали панихиды по погибшим, а сотни людей приходили, чтобы помолиться вместе со священником.